Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкусный шоколадный крем с маскарпоне. По вкусу он напоминает мороженое. В холодильнике хорошо застывает и держит форму. Все ингредиенты, которые нам понадобятся, я укажу в описании под видео. И сначала нам нужно будет 100 грамм горького шоколада поломать и растопить импульсами либо в микроволновке, либо на водяной бане. Я в него добавила немного молока. Вот такой вот он получается. Далее отмеряем 200 грамм жирных сливок. Добавляем 70 грамм сахарной пудры и взбиваем до небольшой пышности. Тем временем в отдельной посуде перекладываем 250 грамм маскарпоне и начинаем взбивать. Добавляем наш растопленный шоколад и хорошенько все перемешиваем. Взбиваем до густоты. Смотрите, сильно не перевзбейте. Вот такой вот примерно должно у нас с вами получиться. Он уже густой. Хорошенько все перемешиваем. Наши сливки взбились до пышности, до такого состояния. Далее добавляем наши сливки к маскарпоне с шоколадом. Перемешиваем. И еще раз все хорошенько взбиваем миксером. Примерно у нас должна консистенция вот такой вот получиться. Далее этот крем убираем в холодильник, и там он еще хорошенько у нас застынет и загустеет. Этим кремом очень хорошо делать прослойки торта. Они получаются очень вкусные, со вкусом мороженого. Друзья, всем спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч!